Та площадка, где мы сейчас с вами находимся, это далеко не единственное место мероприятия, где проходит наш IT-форум. В последнее время он вырос из небольшого мероприятия, одного места, да, в большое многодневное мероприятие, проходящее на различных площадках. По большому счету, форум начался уже несколько недель назад. У нас уже прошел чемпионат программистов. У нас прошла вчера конференция по информационной безопасности. На следующей неделе планируется проведение стратегической сессии по цифровому государственному управлению. То есть целый ряд мероприятий, отборочный турнир к турниру по киберспорту и так далее. То есть целый набор различных самых мероприятий уже идет на протяжении определенного количества времени. И сейчас одновременно с нами собралось большое количество людей во Дворце спорта Вологда, где также для населения различных возрастов будут проходить различные интерактивные мероприятия, мастер-классы, квесты и так далее. Поэтому поздравляю вас, всех собравшихся здесь и собравшихся на других наших площадках, с открытием нашего форума. Очень надеюсь, что работа будет плодотворная, полезная для вас –